остановка ума или его замедление, чтобы научиться останавливать ум, нужно просто наблюдать за мыслями, откуда они, как возникают, пусть они пролетают, не задерживаясь и не затрагивая вас. Это просто облака в небе. Ваше сознание остается незатронутым умом. Оно чисто. Вы успокаиваетесь. Остается чистый разум, чистое сознание. На любой возникший вопрос приходит правильное решение. Чистая логика без суетливого, хаотичного ума. Все звуки мира исчезают в великой тишине. Ничего не нужно представлять или придумывать. Просто молчите и наблюдайте. Мысли остановятся. Вы выйдете за пределы ума. Вы окажетесь в безграничном пространстве чистого сознания. По сути, мы и есть чистое сознание. Но пока мысли управляют нами, мы загипнотизированы ими. Уберите мысли. Останется чистое сознание. Ваша истинная суть. Все очень просто. Когда остановка ума возвращается в привычку, вы становитесь хозяином и творцом своей реальности. Не внешний мир использует и контролирует вас, а вы, подключенный к высшему сознанию, управляете своей реальностью. Для спящих сознанием это нереально. Они даже не верят в это. Но для проснувшихся это реальность. Все в ваших руках. Когда вы спокойны, то изучаете во вне вибрации умиротворение и безопасность. И наоборот, если вы напряжены и раздражены, то на подсознательном уровне посылаете во внешний мир предупреждение о том, что все плохо и есть чего опасаться, и все окружение бессознательно отвечает на ваше послание. Они либо окунаются в ваш страх и приумножают его, либо отгораживаются от вас, заставляя ощущать себя покинутым. Внутреннее напряжение отделяет вас от Божества, и проблемы кажутся вам неразрешенными. Когда же вы обретаете внутри себя глубокий источник спокойствия,
напряжение постепенно начинает спадать, и страхи улетучиваются. Вы снова открыты свету, и к вам приходит решение любых проблем. Все двери распахиваются, и жизнь течет своим чередом. В спокойном, умиротворенном состоянии вы уподобляетесь неприступной скале. Никто не может навредить вам или разозлить вас. Окружающие знают об этом и даже не пытаются конфликтовать с вами. Спасибо за внимание. Если вам понравилась данная медитация, подписывайтесь на канал, переходите по подсказкам в конце видео или вверху экрана, ставьте лайк, пишите искренний комментарий, и до новых встреч в новом сознании.